Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас видео будет Get Ready With Me. Собираемся со мной в русском варианте, мы будем собираться со мной. Буду создавать такой очень ежедневный, очень легкий летний образ. В последнее время очень часто делаем такой макияж на работу, по каким-то делам выходные. И мне он нравится. Ну, он из разряда с корабля на бал. То есть, если я делаю более легкие губы, это дневной вариант. Если я делаю более яркие губы, это уже такой... Можно и вечером использовать. Также буду делать укладку со своей новой стрижкой. Так что желаю всем приятного просмотра. Начинаем мы с тональной основы. У меня, на самом деле, сейчас лицо просто с уходом. И еще на ресницы, на брови у меня нанесена сыворотка. От Эвелин. Активная сыворотка 3 в 1, уже показывала в своих видео, это, по-моему, у меня даже в фаворитах было, очень классная вещь, всем советую как базу и на ресницы, и на брови. Вот, в качестве тональной основы у нас будет сегодня тональный флюид от Guerlain, Baby Glow, новый их, о нем я снимала подробное видео тест-драйв, прикреплю вам ссылку. Да, мне почему-то кажется, что вот это именно легкая текстура крема и сияющий финиш именно очень хорошо получается, когда разносишь средство руками. В качестве консилера у меня будет Idealite от Estee Lauder. Оттенок у меня Light Medium 2. Кстати говоря, оттенок Baby Glow у меня 4, самый темный. И вылезла у нас солнышко. Ну, уже зашло. Так что ничего страшного. Так вот. И на крылья носа. И носогубка. Далее наношу базу под тенью. У меня база от NARS. Тоже говорила, что обожаю эту базу. А далее беру бронзер Казино от NARS. И такую легкую коррекцию сделаю совсем. В общем-то, коррекцию бровей, я думаю, смысла вам показывать нет. Я вставлю сюда же видео о моей коррекции бровей. Далее берем пушистую кисть. У меня палетка Naked. Буду брать такой, как транзишн оттенок для складки. Это у меня будет тиз. Вот этот вот оттенок из палетки Naked 2. И рисуем мы складку. И рисуем мы ее чуть выше, чем наша натуральная складка. Ну, как-то так. До середины века рисуем эту складку. Набираем еще цвета и рисуем с обратной стороны. Делаем что-то наподобие рисунка... Господи, Лана Дель Рей. У нее вот как бы очень хорошо прорисована внутренняя складка. И она так делает очень своеобразный взгляд. Так вот. И мы идем наверх. Далее берем растушевочную кисть. У меня MAC 217 и коричневый оттенок. В моем случае это будет оттенок вот такой вот, даже не коричневый, у меня будет такой более тауповый. Это палетка Лимитка была осенняя, тоже вам про нее рассказывала. 876 Трафальгар. В принципе, можно взять любой более натуральный оттенок, более коричневый, можно более матовый. У меня он такой коричневый сатиновый. И прорисовываем внутренний уголок. Далее возвращаемся опять к Naked, оттенок Boutique. Это такой, скажем так, бежевый с золотым шиммером. Его мы наносим на середину века, то есть примерно над зрачком, над радужкой, чтобы у нас вот этот блик находился.
теперь прорисовываем ресничное пространство черным карандашом. Я использую черное, если вы блондинка, я думаю, что будет лучше, если или русая, если вы будете прорисовывать коричневым. Но мне бессмысленно, мне кажется, прорисовывать коричневым, хотя стоит как-нибудь попробовать. Также выводим нашу межрестичную стрелку немного у внешнего края на само веко. Кстати говоря, совсем забыла прорисовать нижнее веко. Буду прорисовывать тем же самым оттенком, которым рисовала складку. Это тиз. Далее красим ресницы. У меня Le Volume de Chanel. В принципе, выбирайте любую объемную такую тушь, дающую очень хорошие, красивые, пушистые реснички. Далее наносим румяна. У меня это NARS Orgasm. Такой очень нейтральный, летний, теплый оттенок. Также добавляем немного хайлайтера. У меня это будет Copacabana NARS кремовая над верхней губой. Ну и, собственно, везде, где вы хотите, я добавляю только над верхней губой, потому что у меня и так основа была тональная с эффектом сияния. У меня румяна, они достаточно такие блестящие, поэтому... Волосы у меня практически сухие, на кончике я нанесла уже масло Exquisite Oil от Matrix. Потом будет у меня глобальный обзор о моем уходе от Matrix и о моем стайлинге Matrix. Для того, чтобы волосы у меня были приподняты у корней, я буду сегодня использовать также Matrix. У меня из серии Total Results Amplify Wonder Boost. Это средство для прикорневого объема. Будем его сегодня использовать на моих волосах. Так. Далее начинаем сушить волосы. Я буду сушить, приподнимаю немного вот так вот волосы от корней. Буду использовать для этого Tangle Teaser. Ну, вот как-то привыкла я использовать именно его вот так, приподнимать волосы. Сначала подсушим вот это место, все, чуть-чуть, а потом будем уже прорабатывать корни. Такой образ у нас получился вместе с укладкой, макияжем. Кстати говоря, на губы я добавила помаду от Dior. Это Fluid Stick. Оттенок у меня 872 Mona Lisa. Итак, если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, нравятся ли вам такие видео формата Get Ready With Me, где мы вместе собираемся, готовимся, красимся, делаем укладки. И все, всех вас целую, люблю и до скорой встречи в следующих видео.